Всем привет, вы на канале AppZora.ru, и сегодня мы посмотрим на Apple AirPods. Давайте начнем с кейсика. Сделан у нас пластика, и сзади мы найдем яблочко, а спереди с нами наушники. Хочу заметить, что на модели с всеми iPod'ами, точнее iPod Touch и iPod Nano, идет кейс из картона. Он очень коряво сделан, и говорят, что он растворяется, я даже проверял. Да, он растворяется, но после этого процесса он ужасно воняет, и лучше это не делать. Итак, давайте откроем кейс. Теперь давайте о самих наушниках. На модели со всеми iPod'ами нету пульта Du, также микрофона. На модели с iPhone 5 же есть пульт Du и микрофон, это очень клево. Кстати, хочу заметить, что микрофон находится внутри, а не снаружи. Ну, это естественно, но раньше на Earphones, как я понимаю, был микрофончик вот тут вот. Он был кругленьким таким, и звук, по-моему, был довольно громче. Сейчас он внутри прячется, но там, думаю, фильтр какой-то. И я, конечно, не разбирал, потому что это делать не надо, но все-таки клево сделали Apple, тем более этот логотипчик микрофона. Дальше у нас кнопки регулировки громкости и кнопка стоп, также переключение звука. Все модели Apple AirPods идут с прямым штекером, это очень хорошо, учитывая то, что вы ложите свой девайс в карман, и Г-образный штекер может порваться, либо отойти, в то время как прямой штекер — это довольно надежная вещь. Если сравнивать новую модель Apple AirPods от старой модели от Apple AirPods, то мы заметим большую разницу, потому что и басы намного глубже, и звук намного четче, и вы, я думаю, заметить разницу и оцените. Теперь давайте сделаем тест микрофона от Apple AirPods. Я подключил AirPods на свой iPod и сейчас говорю всякую бельберду, чтобы отличить, насколько чистый звук на микрофоне от наушников, точнее гарнитуры, и насколько чистый звук на моем iPod. Я думаю, все мы заметили разницу между микрофоном Apple AirPods и iPod Touch 5, и Apple постарались реально на то, чтобы разработать этот дизайн. У Apple ушло 3 года, и они проверяли наушники на всех ушных раковинах, то есть на всех видах реально, это очень клево. Где-то миллионы видов, что ли, но они в моих ушах реально сидят очень хорошо и никогда не спадают. Если вы человек-экстремал, любите кататься на BMX, ходить на аттракционы и все такое, то наушники для вас, и смело покупайте. А вы были на канале AppZora.ru. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, лайкайте это видео. Не забывайте, что 2 раза в неделю у нас будут новые обзоры. Увидимся.